Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас видеть снова на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 30 октября 2021 года. Мы, как всегда, начинать. И, как обычно, начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк и подпишитесь, оставьте комментарий и сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Что-то помешает сегодня Овну высказать свои чувства, и недосказанность ляжет на его сердце тяжким грузом. Чтобы переживания не мешали наслаждаться жизнью и не отвлекали от дел, гороскоп призывает не замыкаться в себе. Не можете прямо поговорить с человеком, которому у вас накопились вопросы, обсудите ситуацию с другом, который умеет давать дельные советы. А вообще, Овну в этот день не стоит слишком сосредотачиваться на морально-этических проблемах. Сегодня он рискуют сорваться на высокую патетику, далекую от реальной жизни. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня звезды советуют Овну сделать перерыв в любовных делах. Не стоит на этот день назначать свиданий, планировать совместные дела с партнером, да и от новых знакомств лучше держаться подальше. Сейчас Овну как воздух нужна передышка и возможность как следует подумать. Возможно, в результате он решится на смелый шаг или наметит новые пути развития отношений. Понимание своих истинных чувств и желания поможет Овну в дальнейшем реализовать свою любовь. Любовный потенциал. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня звезды позволят Овну быть искренним и доверять окружающим людям. Отлично пройдут любые переговоры, заключение контрактов и партнерских соглашений. День не располагает к серьезному обману или подвохам в волнующих вопросах. Возможно, искренность Овна поможет ему найти общий язык с коллегой или заключить перемирие с давним конкурентом, пусть даже и на время. Этот день хорош для открытого общения в работе среде. Сегодня есть шанс достичь настоящего понимания. Телец. Телец сегодня способен впечатлить слушателей. Огонь в глазах в сочетании с аргументированной речью заставит окружающих согласиться с его мнением, да и вообще сделать все, что говорит им телец. В этот день он может стать прекрасным мотиватором и вдохновить близких, друзей и подчиненных на совершение любого рода. Впрочем, согласно гороскопу, сегодня телец и сам готов к подвигам как трудовым, и в отношениях с любимыми людьми тоже. Даже мусор выбросит. Если, конечно же, попросят. Любовный гороскоп для Тельца. Игривое настроение Тельца позволит ему внести легкость и непринужденность в общении с противоположным полом. Даже самые сложные вопросы Телец сегодня будет способен решать с улыбкой на губах, что позволит ему одержать победу там, где спасовали другие. Это не может не восхищать, поэтому Тельцу следует приготовиться к проявлению повышенного внимания со стороны противоположного пола. Ну а если Телец пока одинок, почему бы не сделать шажок навстречу? Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня Тельцу следует хорошенько запастись терпением, так как критики на работе не избежать уж точно. Дело даже не в том, что Телец плохо выполняет свои обязанности, просто так уж сложились звездочки. Самое лучшее, что можно сделать Тельцу в этой ситуации, держаться подальше от руководства, не вступать в полемику с коллегами и стараться быть максимально продуктивным и точным в работе. Возможно, уже сегодня к вечеру негативные тенденции ослабнут, и Телец может вздохнуть спокойно. Близнецы. Сегодняшний день гороскоп предлагает близнецам посвятить борьбе с бардаком. Как в буквальном смысле, пора бы заняться уборкой, так и в фигуральном. Близнецам стоит вспомнить об отложенных делах, подчистить хвостики, выполнить обещания. Кроме того, представителю этого знака зодиака полезно будет свести дебет с кредитом. В последнее время близнецы могли жить не по средствам. Сегодня наступает момент осознать это и взять себя в руки. Любовный гороскоп для близнецов. Сегодня звезды не обещают близнецам на любовном фронте легких путей, так что не ищите их. Может оказаться, что объект их симпатии им, увы, не интересуется, а проявляет внимание к кому-то другому, или любимый человек вдруг поставит вопрос ребром, вынуждая близнецов сделать непростой выбор. Словом, сегодня близнецам может показаться, что ситуация в каком-то вопросе зашла в тупик, а сами они близки к проигрышу. Звезды советуют не паниковать и подождать. Не стоит драматизировать ситуацию. Весьма возможно, все быстро изменится, так что не теряйте боевой дух и настрой.
Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня, с самого утра, близнецы могут испытывать внутренний конфликт. Не исключено, что они задумаются, не настало ли пора менять отношение к работе или саму работу в принципе. Гороскоп советует близнецам сегодня отказаться от радикальных мер и для начала просто поговорить с руководством, обсудив волнующие их вопросы, конкретно урегулировать все претензии между вами и руководством. Часто это бывает достаточно, чтобы устранить причину дискомфорта, только получив решительный отказ босса, вы повысить вам зарплату, пододвинуть кулер поближе к близнецам или разрешить им уходить с работы на 15 минут раньше, стоит предпринимать шаги по смене рода деятельности в принципе. Но все равно будьте в этой теме аккуратнее. Рак. Делать из мухи слона. Пожалуй, именно это занятие придется по нраву раку сегодня. Эмоциональный фон зашкаливает, а потому трезво мыслить рак попросту не может. Отсюда неадекватные требования к окружающим, обиды и стремление устроить скандал на пустом месте. Гороскоп предлагает раку брать в расчет его сегодняшнее эмоциональное состояние и учитывать его при оценке событий и слов. Не ищите тайного смысла там, где его в принципе нет. Зачем его это делать? Любовный гороскоп для рака. Сегодня раку в любовных делах рекомендуется слушать больше свое сердце, а не советы друзей или знакомых. Хотя прислушиваться к ним все-таки можно, но естественно. Иногда взгляд со стороны бывает не лишним. Помогает разглядеть то, о чем сам рак не догадывается. Так что сегодня раку звезды гороскопа советуют выслушать советы бывалых и проанализировать всю поступившую информацию, но... Знаете ли вы, дорогие мои раки, поступить в итоге по велению своего сердца. В делах любви принятие решений доверять можно только ему. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня рак имеет возможность осознать, насколько выросла его ценность как сотрудника, коллеги или работника. Возможно, за последнее время было сделано много ошибочек, зато рак приобрел бесценный опыт, который сейчас работает на него, позволяя принимать верные и мгновенные решения. Звезды советуют раку сегодня продолжать развиваться на выбранном поприще. Это еще не потолок его знаниям и достижениям. Как известно, совершенству нет предела. И впереди его ждут еще более захватывающие перспективы. Лев. Не исключено, что сегодня на льва кто-нибудь серьезно обидится. В этот день он не расположен вести себя деликатно и может быть излишне прямолинейным, что редко нравится окружающим. При этом гороскоп отмечает высокую эффективность льва. Получается, что резкость будет только на пользу, так что нет причины себя сдерживать. Если есть желание жестко высказаться или принять непопулярные меры. Да, у льва сегодня будет мало шансов заслужить репутацию душечки, зато много возможностей добиться своих целей. Любовный гороскоп для льва. Сегодня льва может буквально переполнять желание поспорить и доказать свое превосходство, что не слишком выгодно в общении с противоположным полом. Действительно, кому понравится, если каждое его слово ставят под сомнение и по любому поводу выносят категоричное суждение. Именно так может вести себя сегодня лев с любимым человеком или даже на первом свидании. Чтобы день прошел мирно, ему стоит либо провести его одному, либо побольше молчать, справляясь с внутренним раздражением. Уже к вечеру запал пройдет, и лев снова обретет легкость и способность покорять сердца. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня лев может быть не сдержан на язык, а потому будет способен потратить целый день на выяснение отношений с коллегами или поиски правды в каком-то вопросе. Тут самое время вспомнить, что разговоры хороши в меру, надо и делишки поделать. Гороскоп рекомендует льву не вступать в пустопорожние дискуссии. Сегодня они не дадут никаких практических результатов. Лучше вовремя остановиться и переключиться на более продуктивное занятие. Пусть страсти утихнут, чуть позже лев сможет выяснить все в спокойной обстановке. Дева.
Больше всего Деве сегодня стоит прислушиваться к себе. Ее мозг в этот день настоящий генератор блестящих идей, а вот советы со стороны, скорее всего, будут неприменимы в ситуации Девы. Гороскоп обнадеживает, у Девы сегодня замечательный по потенциалу день. Она глубоко чувствует и здраво мыслит, способна докопаться до самой сути вещей или отношений между людьми. А потому многое, что было для нее тайной, прояснится. Любовный гороскоп для Девы. Сегодня во всем, что касается личных отношений, звезды не рекомендуют Деве торопиться с серьезными решениями. Даже если в этот момент они кажутся единственно верными, ситуация может измениться кардинальным образом, поставив все с ног на голову или наоборот. Не зная себе точно, как поступить, возьмите тайм-аут, чтобы разобраться в происходящем. Как говорил Хаджан Насреддин, да за это время либо Ишак сдохнет, либо эмир умрет. И все благополучно решится само собой. А чтобы постоянно не возвращаться мыслями к волнующим вопросам, Деве лучше уделить время себе или вовсе отдохнуть. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня звезды советуют Деве не идти проторенными дорожками и путями, а применить неординарный подход к ситуации. В данный момент это может быть неожиданным и наиболее эффективным решением, которое поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Дева может смело выдвигать самые фантастические идеи и строить революционные планы. Они не только найдут горячий отклик, но и немедленно будут приняты коллегами и руководством компании. Сегодня креативим в удовольствие. Весы. Этот день не обещает быть легким для весов, зато обещает быть результативным. Конечно, если представитель этого знака зодиака не выберет сегодня пассивную позицию. Гороскоп призывает не бояться сложностей. Следует спорить, где это надо, настаивать на своем, где без этого не обойтись, говорить прямо, даже если это заденет чьи-то чувства. Вполне возможно, что весы сегодня поджидают несколько неприятных минуток разборок. Но без них не обойтись, если вы хотите свободно двигаться дальше. Любовный гороскоп для весов. Если в отношениях весов с любимым человеком сегодня возникнут какие-то разногласия, звезды гороскопа советуют не упрямиться и пойти на компромисс. Пусть при этом в душе весы останутся уверенными в своей правоте, но если их спутник ожидает от них большей мягкости и покладистости, то стоит немножечко уступить. Зато взамен этой игры в поддавки весы получат настоящий праздник нежности и заботы. И сочтет это неплохой компенсацией. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня все дела весов, словно под микроскопом, будут критично изучаться начальством или коллегами. Ну а если кто-то ищет, то всегда найдет. Вероятнее всего, весам не избежать строгого разговора и указания на ошибки. Впрочем, если эта критика будет конструктивной, то она позволит весам исправить недочеты и работать более эффективно. Хотя и даст повод понервничать. Эмоции не всегда удается держать под контролем. В любом случае, гороскоп рекомендует весам отнестись к ситуации позитивно. Это всего лишь рабочий момент, и не стоит принимать его близко к сердцу. Скорпион. Хорошо, если за весь день скорпиона ни разу не назовут занудой. Честно говоря, сегодня он будет слишком уж привередлив, склонен к морализаторству, а то и вовсе станет весь день бубнить себе под нос, обиженный на весь белый свет. Гороскоп раскрывает главную причину недовольства Скорпиона. Он попросту злится за что-то на себя. Если дело в совершенной ошибке, просто разберите ее и сделайте выводы на будущее. Ну а если Скорпион недоволен сегодня собственной нерешительностью, стоит заняться самомотивацией. Не требуйте от себя решительного «я сделаю». Удовлетворитесь спокойным «я попробую» и все. Любовный гороскоп для Скорпиона. Звезды гороскопа настоятельно советуют Скорпиону сегодня впустить в свою личную жизнь что-то новенькое, но для начала выкинуть из нее то, что не оставляет для этого новенького места в его сердце. Может быть, Скорпион слишком зациклен на человеке, который не разделяет его чувства, или выбрал себе изначально недосягаемый объект симпатии. Если так, то сегодня Скорпиону пора закрыть эту дверцу, осознав, что прежние отношения исчерпали себя, подарив бесценный опыт. Настала пора для новых знакомств, чувств, событий и целей. Будьте готовы к счастливым переменам в судьбе, и они обязательно к вам придут.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня Скорпион невольно выступит в роли третейского судьи, вынужденного примирять враждующие стороны. Его коллеги, партнеры или руководители могут здорово поспорить. Чтобы исправить ситуацию и направить ее в конструктивное русло, Скорпиону сегодня придется использовать все свои навыки дипломатии. Если в итоге барабанный бой превратится в звуки арфы, это будет полностью заслугой Скорпиона. Он сможет с полным правом гордиться званием миротворца. Стрелец. Зло становится тем сильнее, чем больше мы о нем думаем. Сегодня Стрелец будет слишком много размышлять о негативе и очень жаль. У этого дня отличный потенциал, если убрать из него обиды. Гороскоп обещает Стрельцу: мыслите позитивно, не концентрируйтесь на плохом, постарайтесь не то что простить, просто забыть об обидчиках, и вы сумеете почувствовать сегодня истинную гармонию, увидеть красоту этого мира. Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодня дела, касающиеся сферы любви и отношений, потребуют от Стрельца больших затрат времени и сил. Не пожалейте ни первого, ни второго, чтобы любимый человек почувствовал себя на седьмом небе от счастья. А Стрельцы, еще не встретившие свою любовь, все свои силы и время должны в этот день бросить на ее поиски. Сегодня у одинокого Стрельца есть все шансы изменить свою жизнь и познакомиться с человеком, который впоследствии займет главное место в его жизни. Откройте свое сердце для любви. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня для Стрельца весьма опасный день, когда все тайное обещает стать явным. Помните, как тот детский рассказ про кашу? На работе может открыться информация, которую он предпочел бы скрыть. Возможно, будут обнародованы какие-то важные сведения, напрямую касающиеся Стрельца, или неожиданно выплывут результаты его прошлых ошибок, о которых он не поставил в известность руководство. Если какой-либо грешок все же всплывет, гороскоп советует сегодня ничего не отрицать. Повинную голову, как мы знаем, меч не отсекает. Если же Стрельцу нечего скрывать от окружающих, ему и беспокоиться-то не о чем. Козерог. В Козероге сегодня оживет желание докопаться до самой сути. Полбеды, если оно будет направлено на решение рабочих вопросов. Там, может быть, это окажется даже полезным, если только сроки не горят. А вот если Козерог пожелает препарировать личные отношения, им на пользу это точно не пойдет. Не так посмотрел, не то сказал, не вовремя улыбнулся. Список сегодняшних претензий Козерога к окружающим можно пополнять бесконечно. Гороскоп советует не мотать нервы ни себе, ни людям. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня свободный Козерог должен быть настроен на новое знакомство. Имейте в виду, судьбоносная встреча может произойти неожиданно и в совершенно неподходящем для этого месте. В метро, на улице, в очереди на кассу, в магазине. Так что звезды советуют Козерогу быть начеку, чтобы не прозевать свое счастье. И не отталкивать сразу человека, помня о том, что любовь редко возникает с первого взгляда. Возможно, чтобы разглядеть нового знакомого, Козерогу придется взглянуть на него еще разочек, а может и не раз, и не два. Отправляйтесь на поиски романтических приключений и не делайте поспешных выводов. Я вас очень прошу. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня Козерогу рекомендуется проявлять крайнюю дипломатичность на работе. Возможно, ему придется много общаться с коллегами, партнерами и руководством, и случайно вылетевшее из его уст резкое словцо может здорово навредить делам. Гороскоп советует Козерогу даже в самые острые моменты хранить спокойствие профессионального карманника, не задевать собеседника за живое и вести разговор максимально деликатно и официально. Лишь в этом случае сегодня удастся достичь взаимопонимания и успешного урегулирования рабочих вопросов. Водолей. Водолей сегодня, знаете ли, просто Шерлок Холмс. От его глаз не укроется ни одна мелочуга. Он выведет на чистую воду кого угодно и за что угодно. Впрочем, если достойного объекта для расследования не найдется, он может заняться собственной персоной. Сегодня Водолей готов заняться самокопанием. Кого бы ни выбрали в качестве подсудимого, гороскоп предлагает быть милосердным. Откажитесь от чрезмерной категоричности в суждениях. Все мы люди, и ошибаться – это часть нашей природы. Любовный гороскоп для Водолея. Звезды советуют Водолею сегодня подумать о своих планах на будущее.
Есть ли в них место любви, или они целиком направлены на решение материальных вопросов? Ведь любовь – это крылья души, которые поднимают над обыденностью дней, помогая преодолеть все препятствия. Может быть, именно воодушевления и чувства полета не хватает, чтобы ощутить себя не только успешным, но и счастливым человеком. И это подсознательно тяготит Водолея, не давая ему раскрыться и взять от жизни больше. Если так, то сегодня самое время отправиться на поиски новых знакомств, чтобы отыскать свою вторую половинку. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Есть большая вероятность того, что сегодня Водолея могут вынудить доказывать свою правоту или каким-то образом защищать результаты своего труда. Аудит и разного рода проверки всегда неприятны, и вдвойне неприятно, когда результаты работы ставят под сомнение. Однако, начавшись оправдываться, Водолей рискует остаться без вины виноватым. Гороскоп рекомендует сегодня сохранять покер-фейс и не нервничать. Скорее всего, вся эта шумиха затеяна для галочки и не будет иметь для него серьезных последствий. Рыбы. Сегодня рыбы рискуют столкнуться с несправедливостью по отношению к себе или окружающим. Если это произойдет, весь день будет занят обдумыванием случившегося и борьбой за правду. Гороскоп советует все же не горячиться и соизмерять меру наказания виновника с его виной. Рыбы сегодня могут слишком остро реагировать на происходящее. Призывы посадить на кол курьера, опоздавшего с доставкой, или расстрелять на месте тетку, подрезавшую вас на кассе. Это, конечно, перебор, дорогие мои. Конкретный переборишка. Любовный гороскоп для рыб. Сегодня рыбы будут откровенны как никогда и готовы делиться своими сокровенными планами и идеями не только с близкими, но и с малознакомыми людьми. Впрочем, такая искренность сегодня вполне оправдана. Представители противоположного пола будут очарованы ей, и кто-то непременно захочет познакомиться поближе, пригласив на романтическое свидание. Ведь искренность ценится на вес золота, так что поступайте в этот день по велению души и не бойтесь быть не как все. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня у рыб день разбора полетов, собственной деловой деятельности. Возможно, их давно уже перестала удовлетворять нынешняя работа и заработная плата, или они считают, что заслуживают гораздо большего. А может, они просто теряют время, занимаясь не своим делом? Тогда что же держит их на прежнем месте? Страх, сила привычки или какие-либо обстоятельства? Ответив на все эти вопросы, рыбы сегодня смогут разобраться во внутренних мотивах и двигаться дальше, вперед к душевной гармонии, успеху и полному благополучию. Вот, собственно, и весь прогноз, мои дорогие. Спасибо вам большое за внимание, за ваши лайки, за приятные комментарии и, в принципе, вашу поддержку. Ну и я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и мы скоро встретимся. До новых встреч. Пока-пока.